Народ, всем привет! Я не удержалась и решила сделать заказ. Часть из этих лилейников, то есть вот Снарки, Alien Galaxy и Джонни Бир, они пойдут на осень. Вот. А на весну все-таки да, все-таки получилось тоже два лилейника. Я решила ограничиться парой дорогих. То есть Барбара Блессинг — это именно тот, который с изумительными стрелками в глазу. И Нил Принцесс, куплю ее наконец-то, полюбуюсь вживую, так сказать. Ну, на самом деле ее цена приемлемая, потому что в прошлый раз я ее пыталась купить у Владислава Смирновой. Ну, примерно, ну, я не помню, то ли 1100, то ли 900 она стоила. То есть там была на нее какая-то большая скидка, но она не удалась. Она плохо откопалась, и этого лилейника у меня не получилось. Вот. Попрошу в подарок Айв Хорус. То есть здесь у Анны Борисовны можно попросить подарок в 10% от стоимости заказа. Поэтому я вписываюсь с Айв Хорусом. Я его выбирала. Вот я его сюда выбрала, потом решила, что ну, не буду покупать, обойдусь. Вот. А теперь вспомнила вдруг, что можно оформить подарок. Поэтому попрошу его в подарок и это будет здорово. Иногда Анна Борисовна еще какие-нибудь приятные мелочи присылает. Особенно если ты постоянный покупатель и на приличную сумму заказываешь, то можно рассчитывать еще на подарочки, на самом деле. Так что вот такие дела. Ну что ж, ребята. Ну вот этот очень хочется. Я прям... Ой. Я прям на него смотрю и слюной истекаю. Ну, все остальные тоже классные. Ну, как-то так.